Семья из 4 человек погибла в страшной аварии накануне вечером. ДТП произошло в Тальменском районе. В машине находились 2 маленьких детей и их родители. Как сообщают ГИБДД по Алтайскому краю, глава семьи не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, в результате легковушка столкнулась с грузовым автомобилем. Удар был такой силы, что пассажиры скончались на месте. О состоянии участника ДТП, который вел грузовик, не сообщается. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии.